Еще также вот есть такая красота. Это тоже эпик, гибрид, белоснежный. Полностью здесь белый, ничего черного. Ну, кроме, конечно, там пятилучия, мультиблока. Видите, да? Тот же эпик, те же размеры, та же эргономика, но в белом обличии. Тут уже идет другая комплектация. Идет пятилучие, как у Hero, вот у этой модельки. Алюминиевое прямое. Вот оно. Если у стандартного эпика идет пятилучие дюраль алюминиевое холмиком, то тут у нас вот такое вот прямое усиленное. Также мультиблок, две подушки белых. Вот они, две белых подушки. В комплекте уже более дорогие подлокотники. Вот они. То есть тоже отличаются. Вот он. Подлокотники, как у айкончика, который можно переставлять правый на левый, левый на правый. Тем самым мы смещаем вот эту подушку то ближе к спинке, то дальше к спинке. То есть большой такой жирный плюс к регулировке кресла. Так, вот второй подлокотник. Эмблемка белая. Ну вот, у стандартного эпика вот такие подлокотники, видите? Они отличаются. Разная комплектация. Соответственно, этот эпик стоит и дороже стандартного. Также мы здесь видим эргономическую эту ручку измененную. Заглянем ему под юбку. Здесь тоже мы видим пластину. Вот этой пластины лишены модели серии TX. Icon и Epic. Тканевый цвет антрацит. В этих моделях пластин вот этой нету. Идут два жгута. Так, для пояснения. Такая вот красота. Белоснежная. Это тоже сейчас забирает вместе с натуральной кожей. Вот такая вот гибридная обивочка. Белоснежная. Спинку мы смотрели. Вот это металлизированный пластик, покрашен хромом, я так понимаю. Сейчас я, вот я это продемонстрирую, что магнитится. Вот видите. Вот. То есть даже через этот, через пленку. То есть это хромированная красочка. Металлизированная. Дорогого стоит. Также это хромированная красочка. Вот она есть вот здесь вот у нас. На тканевой модельке. Шлеп. Видите? Магнитик. Примагнитился. Все. И больше. А везде в остальных моделях это, ну, применяется другая краска. Тут ничего не крепится. Не магнитится. Все.